Я привел нацистов в Германии, играя в мод на современность. В этот раз мы взглянем на Millennium Dawn. Основное отличие, кроме понятных изменений на карте, является добавление денег. Есть деньги в инвестициях, то есть вы инвестируете в профки каких-то стран, но также и долг надо списывать, потому что он берет у вас такой же процент. Когда вы инвестируете в кого-то, вы получаете влияние. И, конечно же, если вы наберете больше 80%, то вы можете замаринетить эту страну. Но, конечно же, никто не запрещает вам привести милитаристическую партию той же Германии, выйти из НАТО и ЕС и попробовать захватить их. Вы должны балансировать между хорошим экономическим ростом, политической властью, которая тут очень нужна, а также общими бонусами. А сейчас уже вы можете посмотреть мое прохождение за нацистскую Германию.